так вы приехали в другой регион без удостоверения. Лично. Вы ж не дома. Ну, в другой регион приехали. Дергачев Андрей Викторович, полная дата рождения ваша? 1.10.80. Где проживаете? Ясиноватая. Дальше? Ясиноватский район. Шодор. Полностью адрес? Город Ясиноватая, даже прописан Ясиноватая, проживает в другом. Давайте, где проживаете, где прописан? Город Ясиноватая, микрорайон 3, дом 9, квартира 4. Проживаю в Верхнеторецкая. Поселок. Калинина, 8. Лицом туда. Чтобы было удобнее. А, я не думал. Да. Где за... работаете вы? Временно не работаю. Временно не работаю. Перебиваюсь. Вы знаете, что нерест идет сейчас? Нет. Нет, да? Нет, такой штуки. Не знаю. Нерест. Вы телевизор не смотрите? У меня телека даже нет. А сколько вам лет? Телевизор. А? Сколько вам лет, что вы до сих пор не знаете, когда нерест бывает у нас? Ну, 80-го года, 31 годик уже. Нет, 31 нет. 30 лет, да? Ну, ты до сих пор не знаешь. Нет, я тоже долго. Все, соответствуйте уже, наверное, лет. Да не смотрю, в общем. Хорошо. Вы, фамилия, имя, отчество ваше? Варенко Андрей Алексеевич. Пожалуйста, мне. Сигарету вымите. И положите ботинок. Крамаренко Андрей Алексеевич. Коваленко? Крамаренко. Крамаренко? Так точно. Андрей Алексеевич. Андрей Алексеевич. Полностью дата рождения ваша? 1927 год. 14 июля. 14 июля. Где проживаете? Верхнеторецкая. Ясиноватский район. Там же и прописаны? Да. Улица, номер дома? Школьная 2. Где работаете? Евразаборы делают. Еврозаборы. Официально устроены? Не, мы там грузчиками. Вы грузчиками. То есть неофициально? Ну да, но я уже не работаю там. Уже не работаете там? Ну да, уже нет. Уже не вроде так неделю. Вы знаете, что в нашем государстве в это время нерест идет с 1 апреля по 10 июня? Я не знал. Не знаю. Даже телевизор. Я скажу вам честно, я вот... Да приехали в водки так попить, кинуть сеточку. Водки. Когда кинуть сеточку. Вы знаете, что жарко. Сетями у нас ловить нельзя в государстве? Знаем, знаем. Понятно, ну. Знаем, да, что везде нельзя. Ну, блин, ну на окуна что-то было поймать. Ну, что? Тоннели там... То есть для личного употребления, да? Будем так говорить, ловили рыбу. Ну, или как? С целью продажи? Да. Ну, что? Что? Как, что, что продать? Ну как продать? Да, на водку поменять, на харчи, на сало. Домой лучше разводиться. Это ваше мнение такое? Домой же собрал и собрался ее повезти. Семью. Может, пусть лучше бы сразу и считал. Мы потом пересчитаем, Владимир. Ну давайте, давайте, давайте. Потом, значит, потом. Это ваше? Два Андрея. Два Андрея, да. Рыба ваш? Это засоленная рыба, то что вы солили, да? Соленая, да? Это за 3 дня. То, что вы собирались, вон лежит еще одна. Собираем. То, что вы за 3 дня насолили. Да. Так, 158. Правильно? Да. Латва, 158.
158. Так, где еще у вас рыба была? Еще один пакетик был свежая рыба. Ну, да. А это я так просто сложил под лещик. Так, под лещиком, да. Там под лещик.